секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышала о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. Сказать о чем? О нас. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. В смысле? Ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Дирекция коннекте. Коннекция экстаб. Можем работать. Кимон гибал протежели. Léon avec Jean-Pierre. Ну, что теперь? Джонни. И паре. Паре плонжи. Где это мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Ладно, что теперь? Можно начинать, все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт, только о ней. Это займет всего... Брижит! Что происходит? Знаешь, зачем я это делаю? Нет, нет, не знаю! Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни. Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший! Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе... Как всегда, нечего предложить. Отъебись! Это из-за концерта или Керри? А? Мы торопимся? Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Thank you.
Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебя сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга? Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. Сегодня я уже наебался под завязку, так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Ты безнадежен. Ты ни хера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Сильверхенд! Эй! Черт, спиды кончились. Само собой. Насколько еще ты будешь дуться? Не надоело? Да. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джонни! Ну, бегом! Эй, куда ты собрался? Джонни! Нет! Нет! Уйдите от меня! Джонни! Не трогайте меня! Тебя отделали.
давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Рассказывай. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стояла задумчиво, дрочила из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Повезло тебе. Личная встреча с источником. Шикарный материал. Жаль только, что кто-то запихнул его в фургон и уехал. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты че? Пойдешь со мной? Куда? В Росака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. Не рыпайся. О, смотри-ка. Вспомнил обо мне?
Ты тут бестию не видела? Нет. Джейс ее видел. С новым мужиком. Отсыплешь мне сахарку? Я подумаю, милый. Только ты тоже для меня что-нибудь сделай. Все, что ты хочешь. Только не сейчас. Я спешу. Тут счет с твоим автографом. Ты видел бестию? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ёбаный брат. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Дела. У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот куб. Джонни. Бестия. Не думал, что мы пересечемся. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег как грязи, или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, Рокер, пойдешь с нами. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Да без проблем. Сейчас допью. Ты все так же популярен. Так не надо. Ты уйдешь, Элисон. Вертолет? Серьезно? А вот ты на этот раз вынес. Огонь! Огонь! Это было круто!
Я тут немного внизу занят. Будет еще больше, поверь мне. Беглый огонь! Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Надо вытащить из Арасаки. Нетранершу из ATS. Альтканинга. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да, отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да? А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь, только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало. Центральный компьютер. Надо его найти. Секунды за...
идеи. Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. 3, 2, 1... Рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Альт. Она... Только не это! Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Рассказать людям правду. Не изменишь. Она не... Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Ну, говори, а то лопнешь. Ты как, готова? Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хер раз два бы он помог, Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уебок сам бы, блядь, ее убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам теперь поможет? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видела тело. Альт перешла в сеть. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. И? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Чё так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, а ты все это время сидел в Микоши. Дозор мог уже давно ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. И бестия пошла с тобой. Я хорошо ей платил. Ты ж говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. Интересно, по какой такой причине она решила работать на Рокера-суицидника?
Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебем мать и Арасаки!» И все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ней. Па-бам! Состоянии конструкт. По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Для меня прошло явно больше минуты. Я увидела большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоции было через край. Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнила свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты одна перенесешь код на ту сторону. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит! Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ей жизнь. Что я должна сделать, чтобы ты спасла мне жизнь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Слушай, я просто пытаюсь выжить. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу.
Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Так ты знаешь, как можно мне помочь? До сих пор все говорили, что мне уже ничего не поможет. Все это Андерс Хельман, который работает с Жабализом у Сабуру. В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда все будет готово? Вот адрес Бурды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смогла выжить. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впуталась по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются? Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Просто хотела отдать тебе должное. Вряд ли будет другой шанс. Хватит. Альт могла защитить тебя в сети, но сейчас ты на моей территории. Да, я как раз собиралась уходить.